Во вторник в Самарской области небо будет пасмурным. Осадки маловероятны. Сохранится теплая погода. В дневное время 18-21 с плюсом, ночью 13-15 выше 0. В Сызрани небо закроют тучи. Днем плюс 19 градусов, ночью дождь и плюс 13. Ветер восточный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем 20, тепла, ночью плюс 15 градусов. Юго-восточный ветер, 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. Днем 20 градусов, тепла, ночью плюс 12. Ветер восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.